Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок аэрбэгов Kia Rio, 18 год, номер его 95910H0230. На борту стоит Renesas Rush 850 и стоит еще EEPROM 95512. Раньше мы эти блоки вскрывали, подпаивались по УАРТу, читали процессор, потом читали EEPROM, в обоих правили краш, убирали и заливали это обратно. Переворачивать его нельзя, когда программируешь. Но сейчас есть новая возможность, это MD Flasher, не разбирая блок, стереть краш. Давайте посмотрим, как это выглядит. Давайте посмотрим HELP по подключению, то есть вот у нас здесь 12 вольт, CAN HIGH, CAN LOW и масса. То есть именно так мы на столе его и подключили. Теперь давайте откроем онлайн калькулятор HexGuru и посмотрим, что в этом блоке находится. Наш блок 95910H0230. Да, стоит на борту процессор Renesas RH 850 и стоит EEPROM 95512. Как я уже говорил, нам пришлось бы вскрывать блок, читать этот процессор, потом читать EEPROM, загонять в калькулятор, это все править и потом заливать назад. Сейчас мы будем действовать по команде OBD, то есть разбирать блок мы не будем. Это дилерская команда будет о стирании краша. Чтобы посмотреть ошибки в этом блоке, мы его подключили на столе через сканматик. Вот мы выбрали сканматик, значит, подушки безопасности включаем. Питание подаем и читаем ошибки. Вот у нас ошибки, две активные: столкновение, столкновение. Вот это мы сейчас на данный момент видим. Естественно, блок работать не будет. Давайте сейчас откроем MD Flasher и сотрем все это дело. Открываем MD Flasher. Вот он у нас. Здесь уже я все выбрал. SRS Kia Hyundai RH 850. Давайте выберем адаптер. Очень четко с этими блоками работает адаптер D-Link. Конечно, работает и сканматик, но я вот делаю их D-Link. D-Link работает вообще безупречно. Так, включаем зажигание и делаем Identification. Вот, идентификация выполнена. Видим вот эту строчку. Теперь нам нужно просто нажать Clear Crash. Нажимаем. Ждем, когда система нам ответит. Вот он ответил, что буфер недоступен. Это ничего страшного. Здесь он написал Erase Crash Error. Ничего страшного. Делаем опять Clear Crash. И теперь он уже пишет Clear Crash OK. Отключаем питание на 30 секунд. 30 секунд прошло. Включаем зажигание. И делаем идентификацию. Идентификация прошла успешно. Сейчас мы переключимся на сканматик и посмотрим, стер ли он краш. То есть вот так вот быстро за одну минуту на этом блоке можно стереть краш. Когда выключаем зажигание, после каждой процедуры мы обязательно выдерживаем паузу в 30 секунд. Включаем зажигание. Открываем опять наш сканматик. Kia. Kia Rio. 18 год, подушки безопасности. Заходим и смотрим ошибки. Как мы видим, ошибок о столкновении больше не существует. То есть краш почищен в полном объеме. Вот такой вот одной диагностической командой MD Flasher чистит краш в этих блоках, которые раньше приходилось разбирать, читать процессор, читать EEPROM и так далее, и так далее. Сегодня мы с вами делали блок аэрбэгов. Вот такой вот континенталь от Kia Rio. Делали MD Flasher, не раскрывая блока, диагностическими командами.
Работа выполнена, выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Много хороших клиентов. Много интересной работы. А самое главное, крепкого здоровья.